Массовое отравление воспитанников детского сада произошло в поселке Осиновский в Марксовском районе. По информации региональной прокуратуры, сейчас проводится проверка по данному факту. Инцидент произошел в четверг. Почувствовали себя плохо 6 детей. Все они сейчас в состоянии средней тяжести, находятся в Марксовской районной больнице. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, чем именно отравились воспитанники дошкольного учреждения. Пробы еды, воды, а также смывы отправлены на экспертизу, результаты которой станут известны в понедельник. Также, по словам правоохранителей, они намерены выяснить причины и условия, способствовавшие отравлению детей. Будет дана оценка действиям руководителя и персонала детского сада на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья малолетних.